Утро. Мы идем в школу. Нас много. 32. Да, 25 девочек и 7 мальчишек. Все вместе мы педагогический класс. Но не просто педагогический класс, а педагогический класс с филологическим и химико-биологическим уклоном. Вы спросите, почему такой выбор? Мы в поиске! Мы пробуем себя в медицине. Посещаем медколледж, первую помощь оказать, давление померить, повязку наложить. Все сможем. Пробуем себя в журналистике. Заметочку написать, репортажик сделать, пожалуйста. Мы даже пробовали себя в роли дворников. Виден результат работы. Навыки пригодятся. Но больше всего нравится нам примерять на себя профессию учителя, педагога. Ведь педагог – это человек, ведущий своих учеников за собой, отдающий им частичку своего сердца. Пример для подражания – наши учителя, передающие нам эстафету, помогающие проявить себя. Опыт и мудрость мэтров своего дела и задор молодых учителей – все в нашу копилку. Подготовить и провести урок – тяжкий труд. В этом мы убеждались уже не раз. Но как приятно, когда на тебя смотрят внимательные глаза учеников. Когда лес рук, когда тебе улыбаются, когда виден результат твоей работы. Как приятно ставить десятки, хвалить и понимать, что у тебя все получается. Мы решили спросить наших ребят их мнение о современной педагоге. Какой он современный учитель? Находит подход к каждому ребенку. Он лидер, патриот. Он добрый. Любит своих учеников. Он должен быть в тренде. Может увлечь своим предметом. Это человек с юмором. А мне нравятся слова Чехова. Учитель должен быть артист, художник. Горячо влюблен в свое дело. Мы не учителя. Мы только учимся. У нас есть к чему стремиться. Мы полны сил и оптимизма. Жизнь – это движение. Это возможность пробовать. Пробовать и выбирать. Главное – сделать правильный выбор. И мы верим, что у нас все получится.